Всем привет, друзья! Продолжаем играть в OpenTTD. И вот здесь вот, на этом озере, все города мы соединили между собой, то есть Чавут, Дредхилл, Санхэттен Спрингс и Вудфилд. То есть везде есть какое-то сообщение. Сейчас, наверное, с Вудфилдом придется добавить, наверное, пароход дополнительный, а в целом пока достаточно. Тут, кстати, может быть потом соединиться еще дорогой. Это будет дальняя перспектива. Так, еще у нас остается на этой карте 4 города, которые никак не соединены. Это Меддингтон, Флонфорд, Лутфорд и Тейнвилл. Вот, я думаю, что надо сейчас их соединять каким-то образом. И один из вариантов, который мне пришел в голову, это, например, соединить их через Ненфингли. С одной стороны, доделать вот эту вот дорогу. Здесь, если смотреть... Ландшафт довольно ровный. То есть можно где-то здесь еще станцию сделать. Фредтаун. Да, то есть одна у нас общая. Одну можно где-то здесь сделать, с учетом того, что город будет расти. Вот. Одну где-то здесь. И, например, все это привести в Ненфингли. Ненфинглей. А вторую дорогу сделать из Ненфинглей. Вот сюда, вот Флонфорд, Меддингтон. То есть такая короткая будет веточка. Либо можно сделать немножко по-другому. Вот с этой стороны. Можно, например, Меддингтон соединить вот с этой дорогой. И тоже ездить через Ненфинглей, Родингбурия и Меддингтон. А этот город тогда останется как бы немножко сам по себе. Но здесь есть речка. Его можно соединить, например, с помощью кораблей. Ну вот с этим городом, Родинбурри и Стэнингвиллом. То есть, как угодно можно сделать. Разные есть варианты. Не знаю, как лучше. Не придумал. Так, ну самое простое, наверное, начать вот с этой стороны. С вот этой станции. Сделать. Не знаю, нужна здесь станция еще одна или нет. Или это будет перегруз. Ну, пускай будет станция. Пускай будет. Тогда, конечно, надо было в идеале сделать одну вот здесь вот где-то, да? Одну где-то здесь. Пунвелла. А вторую Фредтауна. Ну, ладно уж, коль так получилось. Тогда сделаем вот здесь станцию, например. Как лучше сделать вот здесь, наверное. Так, здесь у нас депо. Я, кстати, заметил, там пересматривал видео. И вот в этом городе я снес трамвайное депо, а потом я его не поставил. Надо вернуть его куда-нибудь. А то, когда я буду делать автозамену транспорта, то ничего тут не заменится. Я буду думать, блин, что там ничего не меняется. Так, это вот здесь. Пускай будет здесь трамвайное депо. Так, и возвращаемся сюда. Здесь как-то близко получается. Две станции, да? Ну, ничего страшного. Так, я пока соединять не буду. Построим сразу всю дорогу целиком. И заодно это даст трафик для поездов, потому что вот сюда сейчас мало трафика идет, сюда тоже будет мало. А в Ненфингли, я думаю, поедет уже много трафика, потому что тут большой город. Здесь еще будет вот здесь остановка. Так, давайте, может, сразу тут тройную поставим тогда. Тройную. Здесь потом, когда будут почтовые поезда, можно будет их здесь останавливать. Так, и, собственно, строим дальше. Так, ну здесь неровно. Я думаю, что надо убрать все-таки неровность. Вот, кстати, появилась опция в 13-й, по-моему, версии. Через Ctrl можно по диагонали ландшафт равнять. Очень востребованная штука.
раньше, по-моему, так не работало, то ли. Ну, вот недавно появилось, совсем, совсем недавно. Так, здесь будет у нас такая дорога. Так, это то направление, это вот это. Соответственно, где-то здесь надо сделать разъезд. Здесь что-то типа такого же. Так. Здесь у нас ветка пойдет вниз. Не знаю, как тут лучше. Я бы переделал тогда станцию Нэнфингли. Как-то по-другому бы сделал. Давайте добавим ей, что ли, сразу три пути тогда. Пускай она будет гигантская. И будем думать, как на них выезжать правильно. Так, путь на выход тогда у нас будет. Здесь мост уже не нужен, не актуален. Станция для машинок. Так, может быть, станцию для машинок тоже перенести? Давайте перенесем станцию для машинок. Куда-нибудь вот сюда. Сортировочная. А вот эту будем убирать. Так, они же нам не дадут тут просто так убрать. Потому что здесь всегда будет трафик какой-то ехать. Наоборот, мне надо. Вот так вот. Только на выезд. Ой. Только на выезд. Я тогда тут разбираю дорогу. Все, готово. Так, здесь у нас тогда будет два пути. И еще центральный. Да, лучше, когда их, конечно, четное количество, чем нечетное. Более понятно, как их тогда соединять вместе. А когда их так много, то не очень понятно. Так, ну сделаем сначала просто выпуски, посмотрим. Вот с одного пути оно уходит вот туда. Здесь, наверное, можно еще один тоннель сделать. Вот, это будет вот этот вот путь. И на этот путь должны приходиться пути отсюда. А может быть, вот так вот вообще надо сделать. И все, и можно тут не соединять ничего. А, ну здесь будет другой путь еще, да? Другой путь, с которого мы должны как раз уехать вот в том направлении. Ой, что тут случилось? Я же не хотел соединять. Не хотел соединять и соединил, да? Так, они тут застряли. Так, ну ладно, если они застряли, надо их хотя бы как-то это... развести, чтобы они тут не застревали. Так, блин, что-то пошло не так. Ну, ладно, не страшно,
Здесь мы делаем дорогу тогда вот сюда. Заезжаем вот на этот вот каскад тоннелей. А, ну хотя это не лучший вариант. Нет, не лучший. Лучше сделать что-то такое. Оно все равно, как бы я ни делал, тут все равно будет подъем, потом резкий поворот. Не, мне так тоже не нравится. Так, я бы хотел уйти от резких поворотов в одну клеточку, чтобы у нас были повороты в две клеточки. То есть, например, вот так вот что-нибудь сделать. Вот, а тогда можно отсюда уже, да, тогда можно отсюда сделать нормальный разворот. Я даже тут еще сделаю горку. Вот так вот. Это будет ветка вот до сюда. Так, ну вот здесь-то мы не будем сейчас присоединять. Здесь уже точно присоединять не будем. Так, ветка до сюда. Здесь бы как-то с этой горочки спуститься. А, ну только так, если, да? Ну ладно, пусть будет так. Так, а вторая ветка будет отсюда идти. Пока не знаю куда. Здесь надо тоже переделать эти пути. Наверное, надо паузу нажать, пока тут поездов нет. Хорошо подумать. Этот путь выходной, он должен со всех быть путей туда выходной, то есть со всех путей можно будет уехать на него. Так, этого пути у нас скорее всего не будет вообще, либо он будет входной. Так, да, он будет входной у нас, то есть здесь мы убираем сигналы. И вот здесь путь тогда становится входным. Отсюда, а этот я отключаю. Так, отсюда проходят сигналы. И, соответственно, с этого пути мы должны попасть на все. Мы должны попасть туда. И вот, например, так. Но можно его так оставить. Такая сложненькая конфигурация. Так, здесь мы делаем везде сигналы на выезд. Так, вот этот вот путь. Этот частично убирается. Тоннель тут убирается. И этот путь должен вот отсюда приходить. Ну, тоже не в каком месте. Вот здесь вот. Чтоб можно было на него выехать. Значит, вот что-то такое будет. Так. Все, этот путь убирается. Здесь сигнал на въезд. На выезд, на выезд, на выезд, на выезд сюда. Все, здесь можно присоединять. Присоединять и смотрим, как мы их тут будем соединять. Так, если отсюда у нас едет на любой путь, может встать. С вот этого пути тоже должно быть проезд на любой. И с этого пути тоже на любой. Ну, как-то так, значит. Так, это у нас будет однозначно в этом направлении ветка. Так, здесь-то я не присоединил ее. Здесь-то мне тоже надо, наверное, вот отсюда делать. Так, может попасть туда, 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 сюда. И вот здесь. Как-то так. Как-то так.
Все, здесь все на выезд. Не знаю, ставить тут сигналы или не ставить. Наверное, не нужно. Что-то получается как-то суперсложно все. Так, может вот так? Туда выехать может, приехать оттуда может, отсюда может приехать туда, 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 везде, короче. На выезд может отсюда, 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 сюда, отсюда может, в этом направлении. С любого пути может. Все нормально, короче, получилось. Может быть, не очень ровно и эстетично, но ну, что сделали, то сделали. Так, здесь разметка. Так, здесь у нас однонаправленные тогда получаются. Сигналы здесь у нас тоже однонаправленные вот сюда. Так, а вот на этой станции как раз наоборот сигналы убираются. Она у нас типа в оба направления работает, центральный путь. Мы здесь будем ставить поезда как раз, которые будут у нас с ожиданием ехать. Так, все, здесь мы убираем сигналы и делаем их односторонними. И проверяем, там соединено все. Там все соединено. Односторонний до сюда. И отсюда туда. Так, и здесь наоборот. Здесь депо мы убираем, вот это вот пересечение убираем. Депо у нас останется только по краям путей. Так, здесь ставим такие же сигналы. Все, маршрут у нас получается. Так, здесь сигнал вот туда. Это вот этот путь. Все. Вот здесь еще. Вот эту часть. Ну что, вроде бы все соединилось. Дальше можно еще вот к Флонфорду будет и Меддингтон, например, присоединить. Либо можно сделать через Родину Буря. Так, окей, окей, окей. Здесь у нас депо нет. Депо, депо, депо есть вот там, наверное, у нас. Нет, тут тоже нету. Блин, нигде нет депо и нет никакого хорошего места, где бы его можно было поставить. Здесь мне не хочется как-то депо делать. Ладно, будет вот здесь тогда, на этом месте. Сделаем тогда ветку до депо и отсюда тоже. Так, депо мне сейчас не нужно. Мне надо сначала переделать поездам. Так, Плюборо сюда, это Пунвелл вокзал. О, мощный поезд появился. Сейчас не будем его использовать, потому что я пока строю линию. После Пунвелл вокзал идет у нас вот эта станция. Лесная. Почему она лесная? Мне не нравится название. Мне нравится, чтобы это был вокзал. Дальше мы идем вот сюда. Теннингвилл. Вот здесь окей. И здесь Неффингли вокзал. И обратно также. Теннингвилл. Фредтаун вокзал. Вот эта штука. Пунвелл вокзал. И Зюдхэттон. Все, здесь готовый маршрут. Можно добавить на него, наверное, еще один, скопировать поезд. Пока не будем выпускать. Так, и сейчас будем делать еще почтовый. Но сначала мы присоединим эти города. Блин, угольная шахта там вообще раскочегарилась по полной уже.
657 тонн производит, еще увеличивать производство. Скоро не сможем там вывозить. Так, вот здесь вот, пускай здесь будет станция. Такая. Здесь можно сделать, например, какой-нибудь короткий маршрут. А, ну если короткий, то надо трамвайчик, да? Либо куда-то вот сюда. Ну, пускай будет вот так вот. Так, автомобиль. Фредтаун западная, отсюда центральная и отсюда вокзал. Вот такой вот маршрут. Я где-нибудь 3 автобуса запущу. Так, это у нас будут автобусы. Пассажиры. Фредтаун. Опа, а тут несколько. Вот этот один не отсюда. Это Чавут, и он почему-то получился отдельно. У него, может быть, нет, общее задание. Странно. Видимо, я его как-то купил неудачно, он не попал в группу почему-то. Так. О, здесь у нас уже есть устаревшие поезда. Так давно мы ими не занимались. Блин, 62 поезда. Я с ужасом представляю, когда придется все менять. Мне кажется, на этом я и закончу играть в Open тогда, да? Так, тут у нас окей. Вот здесь надо сделать теперь остановки. Можно сделать две их, в принципе. То есть не обязательно тут города соединять через одну остановку, а можно соединить. Не знаю, лучше, наверное, сделать две разные. А, Теннингвилл не дает мне строить установку. Ну ладно, сделаем пока с Лутфордом. Здесь гора начинается. Не знаю, пока тогда будет до сюда ходить автобус. Или тут лучше трамвай. Может быть, лучше вообще трамвай. Тут сделать город большой. Так, трамвайчик отсюда, сюда, сюда и обратно. Ну, тоже штуки 3. Пассажиры. Лутфорд. А с буковкой Т он будет, это трамвайный маршрут. Так, отлично. Трамвайчики готовы. Лутфорд, все правильно. А станция называется Теннингвилл, потому что город Теннингвилл. Вот здесь рейтинг здесь ужасный, но попробуем сейчас высадить деревья. Может быть, это повлияет на рейтинг. Очень плохой рейтинг. Что-то не видно, что повлияло на самом деле. Плохой. Во, все, теперь сможем. Теперь мы сможем сделать здесь остановку. Но это очень маленький город. Тут будет всего 2 остановки. Отсюда до сюда. И
будет ходить два автобуса. Пока этого достаточно. Так, есть ли в этих городах, кстати говоря, у меня статуя? Нету. Статуя. Готово. Так. Это готово, это готово. Подписать маршрут. Теннингвилл. Ну что, вопрос, как будем подсоединять вот эти города? С одной стороны, да, просится, чтобы мы их через Родинбури, например, сделали. С другой стороны, вроде и нет. А, либо есть еще, кстати, одна опция. Можно вот эту дорогу Стеннингвилл провести вот так вот через Флонфорд и Мэддингтон. Тогда вот здесь где-то будет станция. Перевалочная, на которой будут... А, ну, Теннингвиллы будут, наверное, не выгружаться. Но здесь, правда, нет разворотного кольца у нас, поэтому надо делать тогда будет до Плюборо разъезд. Не знаю, не знаю. Либо вот здесь в Пунгал делать какие-то какой-то дополнительный путь и там через вейпоинты пропускать, например, поезд на вот этот путь. После чего он бы разворачивался и ехал обратно. Так сделать возможно. Не знаю, не знаю, как лучше, как бы получше сделать. Если как попроще, то проще вот сюда их подсоединить, оба города. Ездить в Неффинглей. Ладно, давайте сделаем как попроще. А потом будем думать, если вообще будет доигрывание. Так, ага, здесь у нас ручей еще идет. Не стоит забывать про ручей. Вот здесь тогда пускай будет станция. Так, с этого пути мы тогда сделаем разъезд вот сюда. Так, только бетонный мост, это нас не устраивает. Во, отлично получилось. А здесь будут тоже через мосты у нас выезды. Выезды дальше. Мэддингтон. Так, ну а здесь будет какой-то такой... Здесь лес еще. Ну ладно, лес не должен нам мешать. Все, здесь будет конечная. Так. Все, не так уж и сложно. Нет, перпендикулярный разъезд плохо. Лучше сделать еще один выезд.
Вот так вот, то есть это отдельная абсолютно дорога получилась. Отдельная ветка для пассажирских перевозок. Так, а здесь мы должны куда-то попасть. Как тут лучше это сделать? Так, если я здесь сделаю мост, что с ним дальше? Куда его? Как его дальше-то направить лучше? Короче, выезд тут получается не очень хороший. Такой полуобъездной. Либо тут придется что-то переделывать. Ну, предположим, что придется что-то переделывать. Например, вот здесь туннели. Или вот здесь можно построить мост. Так, вот так можно построить мост? Можно. Так, нет, давайте лучше на клеточку туда. Ну да, немножко неровная дорога. Бывает. Тын-тын-тын. Здесь досыпаем. А здесь делаем тоннель. Можно прямо вот сюда делать его. Так, вот такая вот развилка получилась. С этой дороги у нас идут сигналы туда. Здесь у нас идут сигналы туда. А здесь обратно. Так, окей. Окей, это готово. Линия. Где? Вот здесь еще два сигнала на выезд. Банк строится в Манхэттен Спрингс. Интересно. Так, и здесь можно сразу сделать поезда. Наверное, по типу, как вот там были с шестью пассажирскими вагонами. Меддингтон, Долинная, Флонфорд. И Нэнфингли, и обратно также. Вот так, последний не нужен. Сразу делаю два поезда. Пассажиры. Меддингтон до Нэнфингли. Так, запускаем их, и надо их тоже какой-нибудь цвет покрасить, то есть у нас каждая пассажирская линия имеет фирменный цвет на этой карте. Или нет, не каждая. Не каждая, только... Ну вот это будет иметь фирменный цвет, пускай она будет светло-зеленая. Светло-зеленая и... И пурпурная. Не, как-то нет. Светло-зеленая, темно-синяя. Ну, почему бы и нет? Желтая. Вот так вот пускай будет. Светло-зеленая и желтая. Нормально. Так, эта линия готова. Здесь, конечно, не очень ровно, не очень оптимально получилось, но как получилось.
Так, здесь Флонфорд. Тоже, наверное, тут одну остановку только сделать можно. Где-то в центре и где-то у станции. Меддингтон то же самое, скорее всего. Так, пока делаем только пассажирские. Да, город не дает мне разрешения на постройку. Сейчас-то разрешит, поди. Не. Очень плохой. Очень плохо к нам относится город. Несмотря на то, что я столько леса построил. Вот, теперь нормально. Здесь, наверное, тоже только одна остановка влезет. Город маленький. Так, ну зато теперь можно будет сказать, что мы соединили все города на карте. Все, два автобуса сюда. Меддингтон. Флонфорд. Так. Здесь депо тоже надо сделать. Ну, тоже, наверное, два или три. Три можно. Побольше город. Так, здесь пассажиры. Флонфорд. Там две N, кстати. Так, фон. Все, готово. Все города на карте соединены. Можно проверять. Здесь все соединено, здесь все соединено, здесь все соединено, здесь все соединено. В общем, вот так вот. Все города соединились. Очень неплохо. Так, что дальше? Дальше можно делать, конечно, перевозки почты. Да, развивать. Либо надо вот на вот этих длинных поездах делать замены и делать уже, чтобы возил их новый локомотив, который возит у нас сейчас. Который ничего не возит, который недавно появился. Или он еще не появился. Нет, появился. Вот на 760 лошадиных сил. Это точно лучше, чем любой другой из имеющихся. Вот здесь у нас какой используется? 422 стирлинг. На нем 659 лошадиных сил. А вот на этом 760. Есть разница. Поэтому я бы все поезда здесь на этой линии на самом деле начал менять. Ну, лучше сначала начинать вообще, наверное, вот с самых старых линий, где у нас много-много-много старых поездов, устаревших. Например, вот эта линия в шахты Фенхилл. Так, ну здесь-то у меня есть статуи, да? Давить. Здесь тоже. Здесь тоже есть. Можно смело загонять эти оба поезда в депо. Чего он не хочет? Может быть, возить на ту электростанцию? Тут же все для этого готово. Почему
Почему нет? Почему бы и нет? Давайте будем возить шахты Фенхилл на ту электростанцию, на которую мы все возим. Так, как это сделать, вопрос. Здесь можно сделать тоннельчики или даже большие тоннельчики. Большие мне как-то больше нравятся. Так, вот эта часть пойдет у нас. Дорога вот отсюда. Здесь досыпем. Ой-ой-ой, я тут криво сделал. Так, отсюда мне надо тоже сделать тогда. Или нет, или тут как раз... Как раз вот так. Здесь будет вот так вот, а здесь будет вот так вот. Так, здесь у нас... С одного пути будет выезд вот отсюда. А с другого, видимо, придется сделать мост. Или объезд. Не, мне не нравится объезд по этой стороне. Так, мне тоже не нравится. Так, тогда мы сделаем здесь мост. Здесь мы сделаем тоннель выше. Здесь произведем досыпание грунта. Хотел вписываться в ландшафт, но уже как-то так стало лень вписываться, уже карта сильно разыграна, уже проще тут где-то что-то подсыпать, добавлять. Так, все эти поезда я продаю, оба причем. Здесь мы делаем что-то такое другое. Так, здесь у нас будет тогда 7 клеточек. Во-первых. Вот здесь пускай будет так. Здесь будет разъезд. Вот таймер мне уже подсказывает, что пора заканчивать эту серию. Значит, будем продолжать следующий. Сейчас я уже не успею тут наладить линию. Даже если я построю пути, то я все равно не успею. Не успею нормально запуститься. Так что будем на этом заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Линию я, в принципе, построил. Осталось запустить здесь по ней поезда. И все будет ехать вон туда, на дальнюю электростанцию. Вот сюда, в туннель лесной. Всем спасибо за внимание. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.